Всем привет, друзья! Приветствую вас на своем канале «Просто и вкусно» с Еленой. Сегодня готовлю запеченную маринованную курочку к праздничному столу. Присоединяйтесь. Курочку моем, обсушиваем, добавляем 2 трети чайной ложки соли, 1 четвертую чайной ложки черного молотого перца, 2 трети чайной ложки куркумы, 2 столовые ложки майонеза, одну чайную ложку горчицы в зернах и 2 чайные ложки аджики. Хорошенечко натираем нашу курочку полученной смесью. Накрываем нашу курочку и отправляем в холодильник минимум на 5 часов, лучше на ночь. Через 5 часов форму для выпекания смазываем растительным маслом. Ножки курочки соединяем. Можно связать их ниткой. Теперь крылышки выворачиваем за спинку. Перекладываем курочку в форму для выпекания, накрываем крышкой или фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа. Курочка готова, подаем к столу. Украшаем по своему вкусу. У меня сегодня листья салата и кукурузка. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего!